Доброї всім пори дня! Суззір'я талантів виходить на фінішну пряму. Дуже скоро в проєкті визначиться переможець. Найталановитішого оберете ви. В фіналі за це звання і ваші голоси змагатимуться двоє. Ім'я одного з фіналістів ми й дізнаємось сьогодні. Четверо талановитих, неперевершених та вражаючих учасників вже готові до боротьби за місце в наступному вирішальному турі шоу. І розпочинається ця боротьба прямо зараз. Восени 2013-го телекомпанія «Луч» оголосила початок другого сезону телепроєкту «Сузір'я талантів». Показати свої дивовижні здібності прийшли 17 юних краснолучан. До півфіналу дійшли 8. Шляхом жеребкування учасники розділені на дві групи. В кожній по 4 конкурсанти. Лише двом з них пощастить пройти у фінал. Хто це буде, вирішать судді. Першими за путівку в заключний тур проєкту будуть змагатись. Неперевершена Аліна Іванченко, віртуозна Катерина Кропенко, яскрава Анжеліка Григоровська і вражаюча Катерина Голобач. Вже за мить дівчатка перенесуть нас в чудовий світ музики та звуків. Таких емоцій ви більше не відчуєте ніде, тож залишайтеся з нами. Отже, позаду чималий шлях, сповнений надіями, хвилюванням, розчаруванням і радістю визнання. Для трьох учасників сьогоднішня програма стане останньою, а один з них наблизиться до перемоги. Хто це буде, вирішить журі. Вітайте, суддівська трійка телепроєкту «Сузір'я талантів». Галина Миколаївна Шувикіна, завідуюча художньо-хореографічним відділенням Краснолуцької школи мистецтв. Олександр Ковальчук, редактор телекомпанії «Луч». Тетяна Клименко, почесний діяч естрадного мистецтва України. Перш ніж оголосити початок сьогоднішнього поєдинку, я хочу звернутися до глядачів. Ми у двох кроках від фіналу. Дуже скоро вам обирати переможця. Також ви маєте обрати талант, якому в кінці буде присвоєно звання «Народний». Для цього відправляйте повідомлення на короткий номер 2320. На початку вказуйте код «Луч ТВ», ставте пробіл і номер вашого обранця. І не забувайте лишати свої побажання учасникам в соцмережах. Стежте за ходом конкурсу на сайті «Луч ТВ» і дивіться повні випуски в YouTube. А нам час починати! Першою дивувати суддів сьогодні буде яскрава, неповторна і чарівна дівчина, володарка унікального голосу Аліна Іванченко. Минулого разу Аліна співала про кохання. Її ліричний виступ не залишив суддів байдужими, і вони забажали почути співачку у півфіналі. Отже, вітайте! Аліна Іванченко і її новий образ. Привет! Я очень рада снова вас всех видеть. Я прошла в полуфинал. Первое впечатление, которое я услышала и увидела, когда смотрела на себя, это, конечно, был не то что восторг, но просто я удивилась, потому что это было так красиво, и комментарии жюри мне очень понравились. Мне дали несколько ошибок, которые у меня есть, и я попыталась их исправить в этом номере. Я исполню очень красивую, такую харизматичную песню, которая поднимает не только настроение, но и описывает окружающую природу нас. Я хочу показать человеку, что природа – это тоже же жизнь вокруг нас, и она тоже живет вместе с нами. И благодаря ей мы такие позитивные, веселые. Можем гулять по зеленой траве, дышать этим свежим воздухом. Это все так замечательно. И этой песней я хочу показать именно природу, всю ее красоту. Ну и, конечно же, с капелькой любви.
Можливо, світ змінити, так знаю, гей-гей, нам танок не зупинити цей. Там за обрієм до зорі стало коло, гей-гей, я запалю ціле небо, ціле все світ полум'я очей. Гей-гей, гей! За весною літо, за зірками вітер, запиту їх у віно, будуть мене. Зірка з неба! За весною літо, за зірками вітер, заплету їх у віно. Я прийду до тебе, наче зірка з неба. Особисто я відчула у виступі Аліни неабияку силу духу, голосу і таланту. Цікаво, які почуття сповнювали наших суддів під час співу дівчини. Слово журі. Моє мнення таке. Этот образ, во-первых, показал с другой стороны, он более удачный, более подходит ей. Тут вот такие как бы народные элементы в пении. И для Алины, в принципе, как раскрыть себя удалось в этом номере. Опять-таки, есть подача, есть артистизм, на сцене все это красиво проявляется. Но это большой козырь. Я, пожалуй, соглашусь тоже с Александром, что Алина показала себя, ну, с другой стороны, это очень похвально. То есть она девочка разноплановая. Наверное, есть еще какие-то скрытые грани ее таланта, о которых мы не знаем. То есть многообещающие способности, умничка. И да, я согласна с тем, что на сцене было артистично. И вот внешне даже вот образ как бы старалась раскрыть не только своими голосовыми данными, но и костюм они удачный подобрали к этой песне. Вот, ну, можно сказать, молодец со всех сторон, умничка. Ну, теперь за специалиста. Я могу сказать, что то, что меня смущало в прошлый раз, она действительно от этого, ну, смогла себя проконтролировать и избавиться. В прошлый раз было больше академического звучания в эстрадной песне, и действительно с костюмом было непопадание, на мой взгляд. В этот раз этих моментов я вообще не заметила совершенно, то есть абсолютно эстрадно была преподнесена песня. Там не было народного вокала, просто сама по себе песня народная идет, ну, фолковая такая в обработке. Вот мне тоже очень понравилось ее увидеть именно с другой совершенно стороны. Вот после такого красного классического платья и вдруг кожаный костюм. И, ну, вообще очень понравилось. Наряд вообще шикарный, просто умничка. Здорово попали они. По поводу песни, ну, меня смутила песня, как бы, мне кажется, она простоватая для тебя, Алина. Хотя ты смогла себе показать действительно совершенно другой ракурс исполнения, такая динамичная песня. Ну, конечно, слишком много там слов, и она как скороговорка, это сложности именно этой песни, техническая. Поэтому иногда кусочки были, где ты
быстро заканчивала, немножко грубовато, но, наверное, по-другому и не получилось бы, потому что все-таки запись у нас живая, и не в студии, как Руслана прописывалась, и просто даже секунды нет времени, чтобы перехватить дыхание. Поэтому ну, на это немножко обращалось внимание, но я понимаю, что действительно сложно было бы по-другому. Вот. Мне больше всего из этой песни понравился твой верх, который ты тянула. Там я услышала твой голос. А просто в песне ну, была подача, был артистизм, ну такой сдержанный. Я не могу сказать, что вся песня была как бы разложена, показана, там была завязка, какая-то потом развитие и да. Какой-то итог этого как бы не было. Но вполне абсолютно. Ну, ты классно справилась со своей задачей, и тем более, что показала, что можешь петь не только как бы лирические песни. Это очень похвально, умничка, ты на правильном пути. А ми продовжуємо. Другою свої сили у півфіналі випробує блискуча і чудова актриса Катерина Головач. Цього разу Катя повністю відійшла від теми гумору. Свій виступ дівчинка присвятить загиблим під час евакуації з блокадного Ленінграду жінкам і дітям. В жовтні 41-го відбувся наліт фашистської авіації на залізничну станцію Тихвин. У той час на коліях знаходилися склади з пальним, боєприпасами та ешелони з вивезеними людьми. Страшна трагедія очима дитини. Зустрічайте, Катерина Головач. Здравствуйте, рада снова встречи с вами. Мой день начинается так. Сначала я просыпаюсь, собираюсь в школу. Я стараюсь хорошо учиться. Когда я прихожу со школы, я иду в Дом культуры, учиться вокалу и хожу на актерское мастерство. После того, как меня показали по телевизору, меня начали узнавать люди. Я хожу по улице, и меня узнают. Что говорят? Я за тебя буду болеть, ты очень мне понравилась. Ты когда узнала мнение жюри о твоем номере, вот что испытала? Я разочаровалась. Думала, будет ну, хорошо, а так немножко разочаровалась. В этот раз я буду рассказывать стихотворение о войне. Хочу посвятить его 9 мая. И стучали колеса.
защитны, открыты для смерти. Взрывы стали стеной в стороне, за домами радость робко прорвалась сквозь страх. Мимо! Мимо! И душа вновь припала к надежде, как к маме, ведь она где-то рядом, не слышно, не зримо. А над станцией снова свистит, воет, давит бомбы к детям. Памяти павших героев сражений. Здесь в дни воинской славы склоняют знамена. Рвет минуту молчания салют оружейный. А в другой стороне, в скромной братской могиле, спят погибшие здесь ленинградские дети. И цветы говорят, что о них не забыли, что мы плачем о них даже в новом столетии. Помолчи возле них, стиснув зубы упрямо, перечтем вновь и вновь скорбный текст обелиска. И почудятся вдруг голоса. Мама, мама, приезжай, забери нас отсюда, мы близко. Особисто в мене виступ Каті викликав сльози. Я з трепетом передаю слово суддям. Такі чувства, мене зжало внутрі. Не то, щоб... Тяжело, звісно. Не то, щоб вона як артистка, а от якусь то ли музика, от таку інтересна. Ну, музика, ну, як підложка вони зробили. Може бути, вона громковата була. І десь аж нагнітаюче таке впечатлення. Ну, це просто мої емоції. От по поводу виступлення... Мне кажется, ну, опять-таки, у них резкий такой интересный, тоже совершенно другой ракурс от того, что было. И взяли они серьезную тему, наверное, с преподавателем. Но вот мне почему-то кажется, что девочка, она настолько артистичная, эта Катюшка. У нее так много есть способностей вот этих театральных эмоций, голосов разных. И она не очень умело ими пользуется, настолько ее перебрасывает из эмоций. Ну, как сказать, вот вроде бы и имеет, а немножко не так преподносит. Но даже не это главное, как вот по мне. Мне кажется, что она сама не поняла, ну, не совсем прочувствовала, что она говорит. Вот мне почему-то виделся ее преподаватель, который вот ей говорил, допустим, тут выше интонацию, сделай выше. Я считаю, что такие, ну, такие поэмы, вот, которые она сейчас нам такой длинная достаточно, литературный кусок дала, его нужно в каждой части прочувствовать. Ну, если давать человечку, ребенку, то надо, ну, как минимум просто объяснять каждую кусок, не знаю, каждый эпизод, обращаться, ну, она этого не знает, этот ребенок, и нужно рассказать. Я вот честно, трепетно отношусь к песням военным, и я, ну, не даю, например, ученикам, пока не увижу, что он, ну, действительно не понимает или хотя бы не понял. Но это видно всегда, как бы по исполнению потом. И я вижу, что она талантливая. И, ну вот, мне почему-то не она тут видится, а как будто бы ее педагог, хотя, ну, произведение, ну, глобальное, конечно. Ленинградская блокада, это, ух, тяжелое, как бы у меня такое, у меня аж немножко мурашки не оставляют пока что. Скажу однозначно, меня зацепило. Зацепила и подача, и исполнение, и да, может быть, в какой-то момент вот действительно музыка перебивала. Мне понравилось то, что ребенок учится эмоциям. И вот, да, действительно, я соглашусь с Татьяной Евгеньевной в плане того, что виделся преподаватель, и преподаватель умница. Ну, произведение, наверное, все-таки
ну, тяжеловато для ребенка. Она очень старалась, и я же говорю, в какие-то моменты у меня слезы на глазах были, потому что, ну, представляешь эту картинку, то есть ребенок имеет способность донести, рассказать, показать. И я считаю, что ребенок был в образе. Катерине многое удалось. Ну вот да, одно произведение и второе произведение разнополюсные такие. Девочка, безусловно, очень талантлива, большая умница. Ну, я считаю, немножечко это произведение подработать, и мне кажется, ей удастся. Потому что она очень чувственна. Я же говорю, были такие моменты, ну, без слез невозможно было слушать. Произведение действительно крепкое. Я как бы поначалу входил в да. этот, вникал, в прочувствовал постепенно. Но сначала, да, где-то да. полушепот, потом это резко громко. Эти же перепады были на протяжении всего произведения. Все грамотно, четко. Но я с вами согласен полностью. Немножко не докрутилось, не доигралось. Но довольно-таки солидно. Для мне нравится, она так хорошо держится на сцене, она не боится камеру совершенно, вот взгляд, она так хорошо, ну как вот не стесняется, не бегает по залу. Единственное, что немножко подкатывает глаза, вот когда она, но она, видать, переживает это очень глубоко, и она вот в этом месте себя не контролирует. Катюш, просто старайся вот на, ну ты сама увидишь свое выступление, и ты, ну, поймешь, что это, ну, не просто придирка, это то, наверное, самое небольшое замечание, которое ты в силах сама изменить, и это будет... Наверное, идеальная. Да, вообще молодец, конечно, артистка. Потрясающая, молодец. Вахрушева растет. Угу. Да. Ну, я насчет взгляда, у меня в самой бегает, ну и мысли бегают. Это я сложно, точно... я тоже по себе знаю, что это сложно на камеру так работать, а у нее получается, умница. Но тот эффект, который такой удар, ком в судей бросить. Не до сих пор. Да, вот эффект достигнут, тебе это удалось. Під час війни не лише воювали, а й любили. Наступна півфіналістка у своєму виступі розкаже історію ніжних і трепетних відносин, які зародилися в ті лихі часи. Зустрічайте тендітну співачку з ніжним, звучним і пронизливим голосом – Анжеліка Григоровська. Здравствуйте, мене звуть Анжеліка. Я дуже рада, що пройшла полуфінал. Жаль, что я еще не знаю, кого выберут дальше. Ну, вот что будет. Я после школы всегда хожу к Юле заниматься пением. Люблю рисовать. В школе учусь отлично. Меня всегда учителя хвалят. А иногда мне очень хочется повеселиться. Могу пошкодничать. В этот раз я приготовила песню, она называется «Тальяночка». Я думаю, в этот раз у меня получится пройти в финал. Ну, будем ждать ответа и будем надеяться на самое лучшее. Ухватил, а ночкой темной звездной, и сияет светлый шум.
Чи вразила суддів історія великої і щирої любові, виконана Анжелікою? Давайте послухаємо їхню думку. Як-то рівненько все пройшло. З самого початку і до кінця. Тобто не було такого вот розвитку. Не знаю, ну это моё собственное мнение. Все, не могу сказать на одной ноте, вот, но на равных чувствах, что первый куплет, что второй куплет. Если предыдущий номер была подача, вот, и нас пытались вовлечь, и это удавалось, то здесь вот, ну, любование голосом. Не знаю. Ну, пожалуй, так, не да, про него. Потому что она поет чистенько, все ну, слова были слышны. Красиво, да. Образ, ну, молодцы вообще, вот, вахрушевцы, все такая симпатичная да, солдаточка да, да, да. получилась, девочка. Ну, она мне нравится, Анжелика, она хорошая девочка, у нее, конечно, она не такой вокал, как у Алинки. Да. Но, опять-таки, в меру своих сил она выполняет задачу. Просто та песня была, вообще-то, посильнее первая, действительно. Ну, а это на военную тему. Ну, мне кажется, ей было наиболее сложно, наиболее волнительно, поскольку она единственная, кому мы не сказали, да. Может быть, она как бы в этом плане волновалась, но если вы говорите, что как бы песня была в прошлый раз посложнее, посерьезнее, которая более раскрывает ее талант, то в этот раз она вела себя артистичнее на сцене, была лучше подача, я настаиваю на этом. Уже некоторые наши замечания она как бы учла, и в этом большой плюс, и это как бы повышает ее шансы. А прямо зараз ми з вами перенесемось на велотрек. Саме так називається номер, який підготувала для нас Катерина Кропенко. Дівчинка впевнено пройшла у півфінал проєкту. І сьогодні здивує суддів ще кількома сюрпризами. Не буду більше тягнути і з радістю представляю вам наступну претендентку на місце в фіналі. Здравствуйте, я Кропенко Катя. В своєму сольному виступленні я прошла на второй тур телевизионного проекта «Созерье таланте». А еще в первом туре я играла со своим другом Кириллом Фроловым в дуэте «На двух роялях». Комиссия предоставляет всем участникам право выбора, что играть, где играть и с кем. Я долго думала, ну что же мне выбрать, сольную программу или дуэт? И решила, я беру с собой своего друга. Ведь дружба – это самое важное в жизни. Я звоню Кириллу. Алло, Кирилл? Привет, ты где? Да, я иду к тебе. Собрался, а мой велик поломался. И теперь я не пойму, тормозит он, почему? Разбирал я, собирал. В общем, он меня достал. Знаешь, а у меня тоже есть идея. Я тоже хочу попасть на велотрек и ощутить радость движения, скорости, ветра в лицо. Но у нас же нет двух велосипедов. Ну и что? Зато у нас есть два рояля. Эти эмоции, радости, движения, пульсации можно ощутить в музыке. Пошли, побежали! Поехали!
Як на мене, учасники дійсно здорово поганяли. Чи вдалося їм заразити суддів цими емоціями? Слово жюрі? Заставка очень хорошая, да и вот исполнение номера чудесное. Вот именно детство, настоящее, солнечное, счастливое детство. Молодцы, очень легко исполнено, весело преподнесено, и детки такие вот непосредственные, артистичные. Ну, я не знаю, здорово, мне очень понравилось. Молодцы. Они сумели создать настроение правильное, вот, да. Которое абсолютно расположило от первой до последней минуты, когда на них смотришь. На одном дыхании. Презентация шикарная. И вот зарядили, включили правильную кнопочку у нас у всех. И нет слов. Здорово, да. Просто здорово. Здорово, здорово. Мне браво. Очень понравилось. Я сначала немножко вот так насторожился, когда вначале Катя мотивировала тем, что она берет друга с собой. Все-таки мы не оценили, не пропустили дуэт в первом туре, но да. Пропустили ее одну. Но, в принципе, в этот раз все было слажено. Все она было... здесь ведущая была, да, будем... абсолютно ведущая. Да, ее главная роль. Да. И именно Катя, и Кирилла тоже, я лично как бы вижу в финале. Я тоже. Да, мне очень понравилось. Прям, я же говорю, такое настроение, детство свое. И здорово, что я так думаю, педагог все-таки отошли они от джаза. Да, здорово, джаз, классно, мы посмотрели дуэт выступления джазовое. Катина выступление джазовое тоже было сольное. Я ожидал, если честно, тоже что-то в этой стихии. Но они перевернули все и задали совершенно другое настроение, совершенно другой тон. Меня ошарашили. Разноплановые. Да. Могут и то, и серьезные вещи преподнести. Очень способные, талантливые детки. Молодцы. Я немножко насторожилась. Думаю, дуэт – это вообще такой ход интересный. Думаю, как их разделять? А потом послушала абсолютно верно. У Кирилла всего лишь аккомпанемент, у Кати было соло. Шикарное, легко, без зажатости, вообще все. И сам смысл дружбы, да? Угу. Вот они же смотивировали, она умничка, что преподнесла вот эта дружба. Он ей помог выглядеть в этом номере, супер. Отже, ми побачили всі 4 виступи. Кожен з учасників відкрив себе з іншого боку, показав нові грані свого таланту. Але тільки один з них залишиться в проєкті. Перш ніж судді оголосять своє рішення, я нагадую всім прихильникам і друзям телепроекту про можливість обрати народний талант. Для цього відправляйте повідомлення на короткий номер 2320. Спочатку вказуйте код Луч ТВ, ставте пробіл і номер вашого обранця. Зараз я з радістю пропоную вам пригадати кожного конкурсанта. Робіть свій вибір і голосуйте. Жовтенька птичка, садно ж залетіло, серце стрепенулось, радость прилетіло, і вона живем здесь помаленьку, оттого мы любим нашу деревеньку. Ах, наша деревенька Анджана, речку называют Анджана. Кто же здесь не знает, кто же здесь не знает, что меня зовут все. Меня зовут все Раджана.
Півфінал добігає кінця. Настав той самий хвилюючий і довгоочікуваний момент. Для оголошення результатів я передаю слово суддям. Жюри посовіщалось і рішило. Фінал із цієї тройки, простите, четверки, виходить Катерина Крапенко. Но ребятам я советую не отчаиваться, не расстраиваться, потому как также сейчас мы решили, что финалистов будет не двое, а трое. По итогам, после второй четверки, по итогам уже того, как мы посмотрим всех восьмерых участников, мы добавим в финал еще одного конкурсанта. Это может быть кто-то из вас, ребята. Те, кто сегодня, может быть, не стал счастливчиком. Так что не расслабляйтесь, впереди выходные. Давайте, думайте, что, чем вы можете покорить. Може бути в будущому вже фіналі. Вітаємо Катю з перемогою і виходом в фінал. Наступного тижня судді оберуть їх конкурента. Ще четверо учасників позмагаються за місце в завершальному турі. Вмикайте канал «Луч» 17 травня о 18:00 і наступного дня о 9 ранку. Слідкуйте за новинами шоу в соцмережах на сайті «Луч ТВ» і в Ютуб. Будьте з нами, адже дуже скоро вирішиться доля переможця проєкту.